МЧС России по Чувашии провело локальные учения. На этот раз спасатели тушили условный пожар в здании железнодорожного вокзала. Алло? Улица Привокзальная, дом 1. Пожар в здании ЖД вокзала, медпункте ЖД вокзала. Звонок на пульт диспетчерской службы 112 поступил в 10 часов 11 минут. Одновременно в здании вокзала началась эвакуация людей. По нормативам, пожарные расчеты должны прибыть на место возгорания в городе за 10 минут. В данном случае им хватило 6. Боевое развертывание рукавов и пожарной лестницы занимает считанные секунды. В здании вокзала еще остались люди, 2 человека. Поэтому, прежде чем начать тушить условный пожар, спасатели должны найти и вывести пострадавших. Условному пожару присвоили 2-ю степень сложности. 6 единиц техники и 24 спасателя справились с задачей за 15 минут. Учения проведены плановые, они у нас приурочены также еще дополнительно к как проходит объект международного турнира FIFA 2018 по чемпионату мира. Сегодня мы проводили именно внутри самого вокзала, скажем так. Бывают сложности, так бывает у нас на перронах. Это цистерны, вагоны с различными составами, перегонами бывают. Все мы это действие как раз отрабатываем, люди наши подготовлены. К ЧП готовы и работники вокзала. В случае возникновения пожара каждый сотрудник вокзала знает, в зависимости от своей должности, как поступать и что делать, как действовать в нестандартных ситуациях. С небольшим очагом возгорания мы в силе сами потушить. У нас имеется 10 пожарных кранов, огнетушители в достаточном количестве. Учения МЧС проходят регулярно. Особое внимание уделяется отработке оперативности и слаженности в местах массового пребывания людей. Поэтому в следующий раз планируется тушить условный пожар на центральном автовокзале Чебоксар. Татьяна Леонтьева, Сергей Адушкин, Республика.